сколько нам будущие жильцы денег сдали. С ума сойти. Деньги кончились, и это конец. Никогда нам этот жилой дом не сдать. Семен Семенович, а может быть, Жучкина позвать? Какого Жучкина? Есть у него один способ. Какой способ? Да я в этом особенно не разбираюсь. Ну, что-то такое виртуальное. Действует 100%. Ну, вызывай. Нам все равно надеяться не на кого. Алло? Да? Жучкин? Жучкин? Выручай, дружок, на тебя вся надежда. Надо за неделю 100-квартирный дом поставить. Справишься? Справлюсь, чего здесь справиться? Но только с недоделками. Да черт с ними, с недоделками, лишь бы приемная комиссия акт подписала. Ну, тогда ждите, выезжаю. Уже едет. Ну, где будем дом-то ставить, который с недоделками? Да тут, нет, там, да, да где угодно, лишь бы дом был. Понятно. Вон туда давайте. Вызывайте комиссию. Скажите, что справились досрочно. Да мы, да как? Неужто прямо сейчас сможешь? А чего тянуть-то? Думаете, у меня это единственный заказ? У меня дел по горло. Какой дом-то? 100-квартирный! Ага. Опа. Не может быть. Ну, а я что говорил? Ну, давайте расплатимся. Ага. Сейчас. Пусть пока сначала комиссия приедет. Вот! Построили, а? И хорошо построили! Досрочно! Удовлетворительно. Оценка будет все-таки удовлетворительно. Это почему это так? Потому что грязь, строительный мусор и канава. Недоделки налицо. Вот так. Yes, 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 yes. Слава тебе, Господи, обошлось, а? Слушай, как ты это все делаешь, а? Ну, рассказал бы. Некогда. Там алюминиевый завод на продажу выставили. Недоделки устранять! Это уже детали! Главное, что построили, а? Успели вовремя! Да, великая эта вещь! Виртуальный способ! Не виртуальный, а виртуальный! От слова вертеть! Денежки-то мы с тобой провертели! И проценты наварили!